Турнир собрал более 120 юных боксеров. Все они воспитанники анапских спортивных школ. Организаторами этих соревнований выступила администрация курорта, Федерация бокса Анапы и молодые депутаты городского совета. Хочу поприветствовать всех вас от Совета муниципального образования, главы нашего муниципального образования Юрия Федоровича Полякова, поздравить вас с этим спортивным праздником. Пожелать вам успехов, удачи в спорте. Ну и главное, чтобы все было по-честному и по-доброму. Ну а победит, конечно, только тот, который является сильным и хорошо занимался. Хочу сказать, что первый турнир на президента молодых депутатов, которые проходят в нашем городе. Но скажу вам откровенно, что он будет ежегоден. Сегодня Анапская федерация бокса – одна из сильнейших в Краснодарском крае. Этому виду спорта на территории курорта уделяется особое внимание. Сегодня боксом в муниципальном образовании занимается более 1000 ребят. География бокса расширяется у нас уже в 6 местах у нас проводятся тренировки. Очень много ребят занимается. И есть большие, хорошие, как сказал Александр Иванович, хорошие перспективы для строительства новых объектов, для развития данного вида спорта. В следующем году организаторы планируют увеличить количество участников. Принять в нем участие смогут боксеры со всего Южного федерального округа. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа регион.